Что приходит на ум, глядя на это? Гомик. Ну, а этот? Гомик в красном. Норвежский гомик. Ну, хорошо. Всем привет, это, как всегда, Джаст Илья, и вы на моем канале. Сегодня мы с вами обсуждаем «Песочного человека», он же «Сэндмен» от Нила Геймана, снятый Netflix'ом. По слухам, на него потратили огромное количество денег. Это видно на экране, спойлер небольшой, это правда видно на экране. По слухам, опять же, каждый эпизод обходился компании в 15 миллионов долларов. И вот мы с вами узнаем, а стоит ли вообще его смотреть, потому что после просмотра трейлера, вот лично я, когда увидел трейлер, я не подумал, что это что-то интересное или что-то, на что я бы хотел потратить свое время. Фанаты, как и всегда, начали изливаться желчью и говорить: «Но это не так, как мы хотели!» И вообще проблема фанатов зачастую заключается в том, что если у вас есть литературный первоисточник, будь то комикс или какая-нибудь книга, или какой-нибудь просто рассказ, проблема заключается в том, что люди немного не осознают, что книги, комиксы и кино — это три разных вида медиа, где совершенно по-разному подается информация, и что самое важное, книга, в отличие от комикса, например, да, если в комиксе у нас есть хоть какая-то форма, то в книге форма только текстовая. И из-за того, что она имеет текстовое облачение, фактически только ваш мозг волен выделять и выдавать людям ту внешность, которую вы хотите. Если, например, автор не удосужился в мельчайших подробностях описывать персонажей. Но в любом случае эта проблема будет существовать всегда. Люди, которые прочитали книгу, будут мошнить на экранизацию. Экранизация в их представлении сделала не так, как они хотели бы. Ну, то есть представьте, у книги аудитория 10 миллионов читателей, а это значит, что у них примерно 10 миллионов вариантов того, как они себе это представляли. И каждый говорит, что ну это точно не то, что я хотел бы увидеть. Я с оригинальным произведением не знаком, а значит, в этом обзоре мы сможем с вами получить более-менее чистую, объективную оценку самого произведения, самой экранизации, не привязываясь к комиксу, не привязываясь к первоисточнику, как это обычно любят в интернете делать. А ведь в комиксе было иначе, а ведь в книге было иначе. Да, но сериал — это другой вид медиа, запомните, пожалуйста, он по-другому реализуется, у него другие правила, у него другие каноны, и поэтому в этом случае мы с вами определимся, а стоит ли вообще все это дело смотреть. Как и всегда, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, ставить дизлайк этому видео, если вас оскорбил в самом начале и вам что-то не понравилось. А вот этим ребятам с Boosty и Patreon большое спасибо за поддержку моего канала, за платишок, за соточку, за пятихаточку. Всем спасибо, всем огромное спасибо. На Boosty, кстати, огромное количество разного эксклюзивного контента, который я, ну, по разным причинам не могу публиковать в Ютубе. Сами понимаете, времена сейчас странные, поэтому на Ютубе некоторые вещи, многие вещи, большую часть вещей нельзя публиковать, поэтому они все есть у меня на Boosty, приходите. Там даже есть специальная подписочка для совсем малоимущих, она называется «Бичевская подписка», она всего 10 рублей стоит. Так что милости прошу к нашему бичевскому шалашу. Давайте уже пропесочим этого самого Сэндмана от Netflix. И на всякий случай напомню, в конце этого видео будет две рекомендации с произведениями, очень похожими по стилистике с этим сериалом. Так что не забывайте, что в конце, если что, есть тайм-коды. Если вам только нужна рекомендация, вы уже видели Сэндмана и вам не очень интересно, перейдите, вот там есть в конце рекомендация, нажмите на нее и посмотрите те два произведения, которые я вам порекомендую. Вы не пожалеете. Для кого из вас не секрет, что это сериал компании Netflix, а все сериалы и все экранизации, которые Netflix берет на себя, проходят обязательную процедуру Netflix-итизации. Гендер-свапы, то есть персонаж, который был мужчиной, становится женщиной, и это в порядке вещей у Netflix, и я даже к этому отношусь, ну, не агрессивно. На самом деле, ну, почему бы и нет, иногда это даже прокатывает. Но также, конечно же, есть еще и блэквошинги. Я думаю, вы знаете, что есть явление как whitewashing, когда чернокожего персонажа делают белым. У Netflix все работает в обратную сторону и происходит blackwashing, когда белого персонажа превращают в черного. И с этим я тоже готов смириться. И, в общем-то, я говорю, невзирая на все эти факторы, я включил сериал и решил, ну, типа, давайте я незамутненным взглядом посмотрю на него. Попытаюсь оценить его так, как будто бы мне понравился трейлер. Первая серия рассказывает о том, как Сэндмен, он же Морфей, он же бог сна, попадается в заклинание от обычного смертного
и из-за этого остается в нашем мире на следующие 100 лет. Он остается, потому что он не может уйти от своего пленителя. И так как он отвечает за все сны и за все кошмары, в первую же ночь, когда он остается в плену, в мире погибает свыше 1 000 000 человек. Кто-то не проснулся, кто-то остался в летаргическом сне на 20, 30, 40 лет. Кто-то просто умер, ну, то есть не мог проснуться, из-за чего умер, и ничего с этим врачи не могли сделать. И это на самом деле прикольный сюжетный ход. Мне на самом вот первые серии мне очень понравились. И я даже больше скажу. На самом деле, давайте я вам сейчас такой небольшой... Это не то чтобы спойлер, да, но я вам сейчас покажу небольшой скриншот, где я общался с товарищем, он же Дима Рыбин, он же Диктор Рыбин. Привет, Дима, тебе из обзора. Я буду 9-й номер, жердей. Дай мне 9-ку, как и ему. Мне номер 6 и соус. А мне 2 9-ки... Одну большую 9-ку. Так вот, я приступил к просмотру 9 сентября, и за первый день я посмотрел 7 серий. И вот что я написал Диме, когда досмотрел их и решил, ну, сделать краткую рецензию до того, как я досмотрю этот сериал. Я написал: я вчера всосал 7 серий, прямо круто. Ну, я тут немножко буду изменять. Это при наличии всех чернокожих и гендер-свапов. Я буду очень рекомендовать зрителям, прям кайф. Сегодня досмотрю 3 серии и запилю обзор. Завтра днем выложу. Как видите, прошло уже больше, чем 3 дня, и я досмотрел все оставшиеся серии. И давайте сначала мы пойдем по плюсам, потому что плюсов у этого сериала на самом деле масса. Интересный, достаточно интересный сюжет. Нила Геймана уже не раз экранизировали, и большая часть его экранизации, правда, удачная. Можно ли так сказать про Сэндмана? Ну вот если посмотреть 7 серий, я однозначно всем рекомендую его посмотреть. Я еще раз, я Диме написал, я... собирался сделать восторженный обзор и сказать: блин, да вы в очередной раз ни хрена не разобрались. Вы не разобрались, как и я. Посмотрели трейлер и ломанулись сразу же хейтить. Просто по наличию трейлера, по каким-то первичным оценкам, пошли сразу хейтить произведение. Ведь это не так. Произведение — это классно. Такое очень часто происходит в наши дни. Давайте я сейчас просто пройдусь немножко сначала по плюсам. Потому что первоначальный плюс — это, конечно же, сюжет. Первые 7 серий. Хороший сюжет, я бы даже сказал, первые 6 серий, отличный сюжет. Визуал. В сериал вложено много денег. Это видно по всем кадрам, что в сериал вложено уйма сил, денег. Что самое тоже важное, это сейчас на самом деле прозвучит очень странно, да, потому что для нас непривычно в последний год видеть в произведениях хорошую компьютерную графику. И я сделаю подборку наиболее красивых и визуально интереснейших сцен, которые я увидел в этом сериале, и обязательно вам их покажу, но, к сожалению, как вы знаете, на YouTube это нельзя сделать. Если я буду использовать кусочки больше там 5, 8 или там 10 секунд, я, конечно же, получу жалобу от YouTube, жалобу от правообладателя, поэтому в описании к этому ролику есть мой телеграм-канал. Переходите в мой телеграм-канал, и там в закрепленном комментарии, в закрепленном посте, там будет как раз-таки вот наиболее такие сочные и крутые, визуально крутые сцены из «Песочного человека», на которые я вам настоятельно рекомендую взглянуть. Их будет, я постараюсь как можно больше налепить этих сцен и показать вам, как вообще все это выглядело и почему этот сериал стоит нашего внимания. Помимо того, что там хороший визуал, там интересная сюжетная подоплека, потому что у нас здесь рассказывается о том, как сон на нас, на всех влияет. Очень много, ну, то есть все-таки Нил Гейман использовал эту возможность обсуждения сна и явления, такого явления, как сновидение, по сути, маленькая смерть. Он через это нам рассказывает о многих вещах, связанных с людьми, многие рассуждения, связанные с нами. Достаточно интересно смотреть. То есть я очень многие такие произведения рассматриваю именно с точки зрения возможности поговорить с автором. То есть автор задает сеттинг, в рамках которого он может пространно рассуждать о природе сна, о природе человека, о природе лжи, о природе всего сущего вокруг нас. Я посмотрел 7 серий, из них 6 офигеннейшие. Давайте я вам сейчас просто приведу примеры. Один из моих любимых эпизодов происходит в одном помещении. Один из персонажей взял один из артефактов Сэндмана, он взял его амулет, который исполняет любые желания. Неважно, что ты загадаешь, он исполнит твое желание. И этот человек захотел, чтобы люди всегда говорили правду. Ведь, ну, мир, где люди говорят правду, такой
классной. Вот никакого двойного дна у человечества нету, да? Все все говорят, все как есть. И вот он берет маленькую кафешку, заходит в эту кафешку и на примере одной маленькой кафешки как бы заставляет всех всегда говорить правду. Немногочисленные посетители этой кафешки, ну, буквально сходят с ума и убивают друг друга. Ну, то есть, потому что они просто начали говорить правду друг другу. Вот офигенный эпизод, если честно. Вот в моменте, когда я смотрел эпизод про кафешку, я думал, блин, да какого хрена люди отказались смотреть этот классный сериал? Сериал-то вообще балдежный. Это правда интересная история. И особенно, что произойдет дальше. Не хочу вам рассказывать заранее, что же произойдет дальше. Но, тем не менее, мне было интересно на это смотреть. И сразу после этого начинается 7-я серия. И моя реакция была такой. Ведь в тот момент я помню, что я очень настоятельно, в превосходной форме, посоветовал человеку, товарищу, посмотреть этот сериал. Я поспешил как бы опередить его, я поспешил донести до него, что наверное. Давайте я вам просто включу это голосовое, да? Давайте, чтобы я уже как-то... И да, пока ты, скорее всего, ты не начал смотреть еще Сэндмана, я немного беру свои слова назад, потому что 6 серий прям вообще класс, кайф, круто. И начиная с 7 серии, все превращается в какую-то ебучую бессмыслицу, кашу и хуйню. Поэтому, как бы, я свою рекомендацию, знаешь ли, забираю назад, ну нахуй. Это вот такая вот краткая моя рецензия, потому что я никому из вас не рекомендую это смотреть. То есть, я не понимаю, как так получилось, ведь у них вначале все было так хорошо. Еще раз, сюжет. Еще раз, как бы персонажи, еще раз истории внутри этого сюжета. Некоторые серии просто оторваны от основного сюжета, и нам рассказывают просто маленькие истории внутри вот этого глобального сюжета. И на это просто невероятно интересно смотреть. Но потом происходит 7-я серия. Ведь, смотрите, 6 серий нас готовили к тому, что же будет происходить. Ведь у Сэндмана отняли все его инструменты. Инструменты — это его маска, это мешочек с песком, с помощью которого он там колдует. И это вот этот рубин, с помощью которого он может давать какие-то мечты для... Короче, не суть важно, ему нужны были эти инструменты. Все 6 серий он занимался сбором этих инструментов назад, ведь обычный колдун у него отнял все эти инструменты. И вот теперь, сейчас появится какая-то глобальная проблема или глобальный заговор между его сестрами и братьями, которые могли его подставить. Давайте же посмотрим, что же будет сейчас. Но нет, происходит серия, 7-я, и 8-я, и 9-я, и это просто... А, да, еще был еще неплохая идея была с конвеншеном, то есть, ну, собранием, выставкой, грубо говоря, для серийных убийц. Идея с мероприятием, где собираются все серийные убийцы Америки, и это реально прикольно. Прикольно, но что же мы имеем на самом деле? Наш главный герой, собрав все свои инструменты, теряет первичную задачу. Ведь первичной задачей главного героя являлось восстановление некого баланса в этом мире. Но к моменту, когда он находит все артефакты, все свои инструменты, мир, как бы мир снов, мир яви, он уже устаканился, вроде все нормально. Ну да, у нас есть еще как бы одно из его порождений, которое продолжает творить херню. Но тем не менее, это не выглядит как конфликт, ради которого нам вообще стоило бы на все это дело смотреть. Плюс ко всему, к 7-й серии, точнее даже к 8-й серии, потому что пока вы смотрите 7-ю серию, вот переход от 6-й к 7-й, и вот вы смотрите 7-ю, и вот до 8-й, вы понимаете, что качество самого сериала драматически снизилось. В 7-й серии происходит буквальный раскол. Ведь 6 серий до этого вы смотрели, и там были какие-то, может быть, спорные моменты, но в целом вам очень нравилось. Начиная с 7-й серии, во-первых, что происходит? Все положительные герои в этом сериале, это, ну вот, с 7-й серии, все положительные герои в этом сериале, это только чернокожие персонажи. Только чернокожие, больше никак. Все белые персонажи, ужасные, мерзкие, либо извращенцы, либо какие-то мрази. Просто, откровенно говоря, мрази. Я сейчас не драматизирую и не преувеличиваю. Все персонажи, все белые персонажи в этом сериале, это злодеи. Все положительные персонажи в этом сериале — это чернокожие. И вот это, если честно, звучит и выглядит, и ощущается,
как долбанный обратный расизм. Некоторые говорят, что обратного расизма не существует, но тем не менее это буквально он. Это буквально он. Я вот говорю, с седьмой серии я начался ловить на мысли, что что-то мне втюхивают какую-то херню. Мало того, что качество прям поменялось, я как будто два разных сериала смотрел. До шестой серии это было что-то интересное. И да, там были чернокожие, и да, там были гендер-свапы. Напомню, что, например, в этом сериале появляется Джон Константин. Ну, вы помните Джона Константина, это тот самый, ну вот, по крайней мере, из моего подросткового и детского возраста, это Киану Ривз в крутейшем фильме Константин. Здесь же произошел гендер-свап. Здесь, в этом сериале, Джоанна Константин, она же девушка. И к этому, кстати, нет претензий. Окей, пофигу. Она даже симпатична, почему бы и нет. И единственное, что, конечно, нам могли бы показать побольше бы ее деятельности, да, может быть, хотелось бы вообще, как бы, интересный сам по себе персонаж. Не предлагайте, пожалуйста, смотреть сериал про Константина. Навряд ли он на хорошем уровне снят. Я практически уверен, что он снят каким-нибудь уродским каналом типа CBS. Как он называется? CW. Да. Вот это не надо мне предлагать. Спасибо, конечно. На дворе не 90-е. Я не собираюсь смотреть супер дешевые сериалы и, как бы, пытаться себя заставлять любить их. Это не для меня. Повторюсь, самый главный недостаток перехода от 6 к 7 серии заключается даже не в том, что у нас все положительные герои это чернокожие, а все отрицательные это белые, а в том, что задачи и цели самого Морфея из первых 6 серий перестали существовать. Ну, то есть он просто... То есть у нас просто происходит пик, переход, и все. И пошла 7, 8 и остальные серии с отдельным сюжетом. И каждая новая серия на самом деле обесценивает, по сути, все, что было до этого. Ведь все 6 серий он пытался там что-то как-то решить свои проблемы. И он решил эти проблемы. Но появились просто из ниоткуда какие-то новые проблемы. Вот эта телега с тем, что «О, эта девочка вихрь». Я настолько сильно опешил от перехода с 6 серии на 7, что я даже не мог слов подобрать, чтобы записать этот обзор. Я его записываю сейчас со второй попытки, уже вообще в другом месте. Потому что на первоначальной версии я наговорил где-то минут 40, и я понял, что это звучит как бред сумасшедшего. Потому что, я не понимаю, как у людей удалось столько денег вложить во все это дело и так сильно обосрать все, что они делают. То есть видно, что там не хватает каких-то линий сюжета, которые бы приводили нас к логичному развитию того, что мы видим дальше, 7, 8 и все последующие серии. Плюс еще в конце, кстати, есть два бонусных эпизода, которые я уже, честно, вот с этим послевкусием солоноватого от Netflix, да, вот у меня просто аж рот начало вязать от того, насколько мне было, солено от всего этого, что я эпизод с кошками посмотрел, второй бонусный эпизод я даже смотреть не стал. Просто выключил, расстроился, я думал, ух ты, нифига себе, я вот когда смотрел первые 6 серий, я понимал, что мое чутье меня жестко подвело, я как бы зря отказывался от просмотра этого сериала. А потом так, у меня правда нет слов, серьезно. Это сюжет, реализация, все коту под хвост. Все коту под хвост. Изначально, когда я смотрел трейлер, меня смущало то, что там аноморфотное вот это сжатие не до конца разжато. То есть, если вы не знаете, да, аноморфная оптика, она снимает вот сплющенную картинку. Ее потом нужно растягивать. И здесь как будто бы, это, видимо, художественное решение, картинку не до конца растянули. Я подумал, может быть, это связано с тем, что авторы хотели бы показывать мир снов за счет вот такой искаженной геометрии. Или как-то, может быть, вот как-то это с этим связано. Потому что по факту, если вы скачаете с торрента эти файлы, файлы сериала, и в проигрывателе просто поменяете растяжение, да, картинки, то вы получите нормальную картинку. Короче... наверное, это художественное решение, потому что картинка сплющена не только во снах, но и как бы в обычной жизни. Давайте я коротко подытожу выводы по этому сериалу. Если вы задаетесь вопросом, стоит ли вообще все это дело смотреть, я отвечаю нет, ни в коем случае не надо.
Если вы вдруг хотите посмотреть, то вам нужно смотреть всего два эпизода. Это пятый и шестой. Пятый и шестой эпизоды классные, но вне контекста их смотреть невозможно. А значит, вам придется смотреть первые четыре серии. А если вы посмотрите первые четыре, посмотрите пятый и шестой, у вас появится соблазн посмотреть оставшиеся серии. Но поверьте, там вы просто жестко обдрищитесь от того низкого качества контента, который вас попытаются запихнуть. Теперь, еще раз, смотреть не стоит. Никому не рекомендую. Извини меня, Дима, если я... как бы ты успел посмотреть, но я надеюсь, что ты не успел посмотреть. Давайте теперь по рекомендациям. Я быстренько сейчас опишу два произведения, которые вам обязательно нужно посмотреть. Первое произведение – это художественный фильм «Клетка» с Дженнифер Лопес и Винсентом Д'Онофрио. Казалось бы, Дженнифер Лопес снималась когда-то в нормальном кино, кроме как про то, как она была горничной и в нее влюбился миллиардер. Да, существует фильм «Клетка». В тот момент не только Дженнифер Лопес хотела в более серьезную кинокарьеру, но и Винс Вон тоже уже в тот момент не хотел быть просто каким-то актером комедий. Винс Вон тот самый из второго сезона «Настоящего детектива» и из всех комедий с другим тем актером, который похож на молодого Трампа. «Клетка» — это очень интересный фильм про то, как ФБР поймали серийного убийцу. Серийный убийца, помимо того, что уже совершил какие-то преступления, сделал такую бомбу замедленного действия с убийством своей жертвы посредством дистанционного, ну, как бы таймера. То есть там существует таймер с, если я не ошибаюсь, с наполнением водой. Камера наполняется водой. И вот у ФБР есть ограниченное количество времени выпытать у этого серийного убийцы, где же находится следующая жертва. Они не могут. И поэтому они его погружают с помощью новой технологии, ну, естественно, фантастической, они его погружают в сон и подключают Дженнифер Лопес. Кстати, я уже так давно смотрел фильм, что я даже не помню, почему именно ее выбрали. Ну, представим, что она какой-нибудь когнитивный психолог или профессор, который связан со сном. И они погружают ее в его сон, чтобы в перипетии вот этого сна она попыталась выяснить, а где же, ну, разговорить его. А где же все-таки находится очередная жертва? Как нам ее найти и все в этом роде? Фильм снят очень интересно, сюжетно, неплохой. Еще раз, Винсент Д'Онофрио — отличный актер. Дженнифер Лопес, на удивление, выглядит здесь неплохо. Мне, скорее всего, даже нужно будет его в ближайшее время пересмотреть, потому что я его смотрел пару раз еще вот на момент, когда он выходил. Второе произведение, которое я вам хочу порекомендовать, называется «Паприка». Пожалуйста, не путайте с другой «Паприкой» Тинто Брасса. «Паприка» — отличное произведение, тоже завязанное на снах. И тоже рассказывает, ну, то есть многие моменты там повествуются именно в логике сна. И от этого это произведение смотрится просто отлично. То есть это полнометражное, крупное, большое аниме, из которого в свое время Кристофер Нолан взял большую часть идеи для своего фильма «Начало». Там прям есть визуально такие же, ровно такие же моменты, как в фильме «Начало». Точнее, в «Начало» взял оттуда эти моменты и интегрировал их к себе. Еще раз, «Клетка» с Дженнифер Лопес. Удивительно, да? С Дженнифер Лопес. И аниме «Паприка». Пожалуйста, вот эти два произведения гораздо лучше, чем то, что вам предлагают в «Песочном человеке». Блин, знаете, я вообще как бы, когда садился за него смотреть, и первые шесть серий, когда я смотрел, я думал, ну, блин, как это люди-то вообще, блин, гонят вообще, что ли, тупые, блин. Сериал-то классный, ну, правда классный. И как же мне обидно за то, что они взяли и вот так вот все просто просрали. Вот весь потенциал, который был у этого произведения, они его просрали, сняли хер пойми что. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой телеграм. Ссылка, если что, на классные сцены Сэндмана есть в описании на телеграм. Там будет закрепленный пост. Вот, такие дела. Все, увидимся в следующем видео.